Сок, вода? Сок, вода и вино. Сок. Сок. Расскажи, что плывем, как? Расскажи. Что има? На хрватском или на английском? Хорватском. Хорватском. Значит, за 20 евро сати повремена се крузира око западне обале. Имате овде време поласка, сад је први у 2:30, али имате и ујутро и поподне и навечер. Видите на западној обали све ове прекрасне ствари овде. Значи, најлепше плаже су Стипан, Кашелет, Титову вилу, ови последњи председник Југославенске републике, Црквица у Камену, Институт, Марину, Стадион, Чиово, околне градове, Кашела и Трогир. Dobijete besplatno piće na brodu, vino, sok ili vodu, što želite to troje, i sat i po vremena to. Vina, sok i vodu, mnogo? Ovako. A mogu. Вот на такой шхуне. За 20 евро. Погнали. Вдоль всего побережья Сплита. Посмотрим. Красивенькие пейзажи. Покупаемся. И потом вернемся обратно в Сплит. Красотища. А здесь пляжа нудистка? Лучше. Давай, меня туда давай. Я тоже за мной давай. Я Спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Юнеч на YouTube и смотрите другие наши видео. Ждем вас!